В общем-то, прикол в чем? На Battlefield я не знаю, где эти 70 человек. Я там вообще не могу понять, сколько реально народа. Сомневаюсь, только есть. Так, здесь мне надо что-то чертежи изучить и вроде отомстить тоже. Ага. Упор не помню. В общем-то, описанному верить тоже. Только там народу. Вот здесь я смотрю, вообще никого нет, кроме меня. Все спать пошли. Значит, можно поиграть. Я... А тот сервер, к сожалению, он закрылся, походу, раз и навсегда. У грибов и пятихатки. Я смотрю тут на обоих серверах. Что на X25, что на X500 одинаково. Прикольно. Ой, блин, тоже, конечно, разочарование еще то. Карты-то все разные, скотина. Вот сиди, определяйся. Так, на военку здесь смысла бежать нету. Мне надо куда-то сюда. Я правильно бежал. В общем-то, я не знаю, как вообще люди до сих пор играют. Раз слишком много времени на него уходит, практически жить надо. Ну, сервера нормального без инстакрафта я найти вообще не могу, меня это раздражать уже начинает реально. То есть это получается пародия варк. Это буду ли я еще играть, посмотрю. Так, ну, рейдить мне не интересно с инстакрафтом вообще ни в какую, я не вижу смысла в этом. Нечего забирать такого, что можно было бы найти. А тут, походу, целый клан живет, да? Или это один человек? Я сомневаюсь, что все в МБК-домике. Очень сильно. Скорее всего, все в каком-то из железных. Либо это один человек построил как обманку. Пошел на сервер с меньшими рейтами. Довольно забавно, конечно. С разрывными херачить вот сюда будет довольно эффективно. Ладно, этим я потом займусь, у меня пока вообще ничего не качано. Доели мне эти иксы большие, что-то как-то и прикольно, и не очень. Надо посмотреть, сколько серы добывается. На 25 икс зашел, про тоже инстанкрафт. Ну, разницы слишком немного, вот честно скажу. По 2000 сульфура, значит, где-то 3500 должно добываться. Она подбирается так. Что-то металл как-то херово подбирается. Так. По десятке. Меня устраивает. Ладно, шоколад жрать вредно в таких количествах. Мясца бы какого-нибудь сделать. Я так подумаю, до диабета персонажа доведу. Эх. И сервер, на котором я играл, стало понятно, почему там было до этого 40 человек. В общем, там, походу, перед окончанием сервера что-то либо разыгрывали, либо давали там админку, и люди бегали, развлекались. Ну, в общем-то, сервер Auf Wiedersehen. Увы, друзья, мне тоже это не понравилось. Хороший сервак был, он долго работал, насколько я понял. Но, увы. Я вообще до сих пор не могу понять, как можно играть на сервере, который вайпается неделю. Я пробовал, но я ни хера не успеваю. 2 недели не минимум, надо хотя бы, чтобы
там хоть как-то попробовать развиться. Заходить по утрам на эти сервера, народу много. Просто тупо убивают слишком часто. Мне надо вообще заходить после глобального вайпа, потому что там вдоль дорог по ночам сидят кемперы, как правило, херачат, это я уже понял. Можно, конечно, по воде поплавать, вот тоже не вариант. Мне лень там заморачиваться, как ради игры. Честно говоря, это как-то не алё. Так, ну здесь пофармить мне придется гораздо больше, мне это больше нравится. Я этим и позанимаюсь. Но вот серый я что-то скотина не вижу. Сера, сера, где ты, сера? Так, вроде там вижу серу. Давай посмотрим, сколько там с кусочка серы я здесь надыбаю. Потому что сера у меня здесь есть в нычке. Вот только я не помню, блядь, где эта нычка. Тут, наверное... Кому интересно? Моя история серверов, друзья мои. Это вот вообще лучше не спрашивайте. Ну, хотя лучше не знать. Так, 6000 металла. Столько металла, да, буду. Нихера тут камней. Так, металл надо собирать здесь. Неплохо. Так, двадцатка, да? Так, слушай, сульфур-то найду или нет? Да вы издеваетесь. О-о, вроде вижу. Ага. У меня уже галюники пошли с утра пораньше. Ну, сульфур, скотина. Так, ладно, найду сульфур, покажу. Чё-то как-то мне, слушай, на него, блин, не везет. Вот. Да ладно, этой херни мне только не хватает. Помнил я этот сервер. Этот сервер, где я никак, блин, штаны не мог найти. Нашел, ура! Да, я, блин, нашел один камень серым. Это капец какой-то. Так. Ладно, 700 прибавлю. Ага, 4500, короче, понятно. Ну, примерно угадал. Ну, 4500 это нормально. Значит, домик здесь можно будет отгрохать. Ё-моё, здесь надо клея нету. Посмотрим, что из этого получится, дадут ли это мне сделать для начала. Очень милая здесь ПРМ, я вам скажу. На сервере я просто в шоке. У меня раньше бегал похожие локации. От такого не помню. Просто дичайшая радиация. Просто реально дичайшая. Капец. Тупо жесть, слушай. Никогда не ожидал такую радиацию встретить на ПРМ. Я знаю, как больше она радиация отдает на некоторых серверах. Но мне защиты 20 всегда хватало. Но такого я не ожидал. Атомная электростанция. Вот чего я никогда не видел в Расте. Вот именно атомная электростанция. Давай-ка взглянем. Правда, я не туда двигался. Ладно, пока никого нет, можно. Да нет, есть человек еще один. Надо быть поосторожней.
Так, хоть посмотрим примерно. Блин, ну со скрапом бегать здесь. Братский Steam. Не, ну красиво, нету слов. Ой-ой-ой-ой-ой, на. Не-не-не, понятно, рад костюм нужен. Хотя это не удивительно. Так, а мне нужно куда? Мне... Ай. Понятно, это разрушенное. Красиво. Третий человек, смотрю, заходит. Надо, наверное, сворачиваться. Да, потепусь-ка лучше нафиг домой, жалко скраб терять. Смотрю, много народу живет. Вот здесь вот, несложно догадаться. Ну, хотя живет-то вряд ли. Скорее всего, у них, надеюсь, здесь мини-лутовые. И будут хотя бы хоть какие-то вкусности. Второй раз вижу такие похожие базы. Довольно-таки любопытно, а в чем их смысл? Большую печку. Интересно, так забором ограждаться? Тоже, блин, такую херню себе сделать, а? Даже не знаю. Я тут призадумался, и вот смотри, какое местечко кошерное. Для базы. А здесь рядом других баз до хера. Островок попробую занять. Народ уже прибывает, уже 7 человек. Не нравится мне это. Количество народа на сервере я смотрю по стиму кому-нибудь. К сожалению, этой хрени верить нельзя. Итак, они где-то пол второго дня заходят. Что за странный прайм-тайм? Вот что интересно. Значит, у меня время будет до пол второго. Если я сегодня успею, конечно, все сделать, а на втором сервере там чего? Тоже 7 человек. Ладно. Так, надо тэпнуться тогда сейчас. Попробовать посмотреть, что ж там на островке-то такого. Я вроде недалеко от него, да? Да. Попробовать его нахрен занять. Так. Честно, даже не знаю. Давай для начала заныкаемся. Больно тяжелым трудом доставалось. Здесь нет такого, что один камушек копнул. И будешь отдыхать. Немножко посложнее. Так, ну камера. В принципе, вот так вот оставим. В тот случай, если меня зарейдят. Схему заберу. Они ценные довольно-таки. Камеры тоже. Шалобы. Брать.
Вроде все тихо. Так. Так, давай так тогда. Вот такую нычку сделаю. Самого ценного, так сказать. Но это можно выбросить. Гир мне понадобится в любом случае. Хотя... Давай-ка еще что-нибудь закинем. В принципе, мне может пригодиться и что будет жалко. Да, в принципе-то больше ни хрена и не жалко. Железо, конечно, лучше забрать. Запчасти. Но тут мало еще играю. Хоть конкретно чем-то разжиться. Так, давай я лучше это выброшу, я потом смогу сделать, собственно, это изучил. Такая вот нычечка. Это будет основной задачей побегать. И все ж таки, блин, бензопилу нужно купить, ё-моё.